Привет всем, друзья! Добро пожаловать на самый-самый полезный, на самый мотивационный YouTube-канал в мире. Скоро он таким станет. Сегодня будет очень-очень важное видео. Обязательно досмотрите его до конца. Я расскажу, почему не сбываются мечты. Почему у большинства людей их мечта никогда не сбудется. Также я расскажу, как сделать так, чтобы твоя мечта, вот именно твоя мечта сбылась на 100%. Ну что, погнали. Начну я с той ситуации, когда мечта не сбывается. Итак, у вас есть мечта. Каждый представьте свою мечту. Например, автомобиль. У вас есть мечта. Это автомобиль. Что идет дальше? У всех так. Дальше идет визуализация. Итак, вы мечтаете о своем автомобиле, вы представляете себя за рулем, вы знаете цвет, вы знаете марку, этот автомобиль стоит у вас на заставке, на телефоне. То есть вы визуализируете. Вы этот автомобиль вырезали, наклеили себе на потолок. Визуализация идет полным ходом. Что идет дальше? Проходит время, ваша мечта не сбывается, вы просто мечтаете, вы визуализируете, вы ничего не делаете, просто мечтаете. Но проходит время, у вас автомобиля нет, и наступает разочарование. Вы разочарованы, все плохо. Что идет дальше? Вы начинаете концентрироваться на нехватке. У меня нет автомобиля, это все херня, мечта не работает. Было бы круто, если бы у меня был автомобиль, но у меня его нет. Я такой несчастный, вот почему у остальных есть, почему у меня нет. Вы перешли от разочарования к нехватке. То есть вы по-прежнему ничего не делаете. Вы просто страдаете. И дальше идет бездействие. Что значит бездействие? Вы живете той жизнью, которой жили. Вы ничего не делаете, чтобы ваша мечта сбылась. Вы не поднимаете свою задницу, вы ничего не делаете, потому что вы разочарованы, сконцентрировались на нехватке, и, понятное дело, вам ничего не хочется делать. Вы также ходите на свою работу, возвращаетесь к мечте, приходите ко мне на YouTube-канал и говорите: «Мечта не работает, мечта это херня, ты втираешь мне какую-то дичь». И вы будете правы. Для вас в такой воронке мечта никогда не сработает. И вы с таким убеждением живете всю жизнь, и ничего не происходит. Друзья, я думаю, многие себя узнают. Раньше я думал, для того, чтобы сбылась мечта, нужна только визуализация. Вот, я буду сидеть, мечтать, визуализировать. Нет. Давайте рассмотрим вариант, когда ваша мечта сбудется на 1000000%. Итак, у вас есть мечта, автомобиль. Дальше идет визуализация. Вы также визуализируете. Автомобиль у вас стоит на заставке на телефоне, на компьютере. Все классно. Вы пришли в салон, сели в автомобиль, покайфовали за рулем. Проходит время, у вас этого автомобиля нет. Вы должны ощутить себя счастливым в данный момент, без автомобиля. Вы должны отпустить эту мечту. Вы должны быть благодарны за то, что у вас есть. Благодарность. Долгое время я не понимал, почему у меня не сбывается мечта. Я был разочарован, но я не благодарил за то, что у меня есть. Я не отпускал мечту. Я был разочарован и концентрировался на нехватке. Ну когда? Ну когда уже у меня будут эти деньги? Ну когда я уже заработаю этот миллион? Ну когда уже у меня будет там 10 тысяч подписчиков? Ну когда? Ну когда? Я же столько делаю. Почему ни хрена не происходит? И ничего не происходило, пока я не осознал, какую силу несет в себе благодарность. Я вам сейчас скажу одну фразу. И с этой фразой вы должны идти по жизни. Итак, запиши себе эту фразу. Повторяй себе эту фразу каждый день. Я могу не иметь все, что люблю, но я должен любить все, что имею. Вы должны сконцентрироваться на благодарности. Ну нет у вас автомобиля, ну и что, конец света? Нет.
Но вы должны быть голодным. Вы должны хотеть изменить свою жизнь. Нет автомобиля, ничего страшного, но я буду действовать, и у меня этот автомобиль появится. Прошло там полгода, прошел год, у меня нет автомобиля, ничего страшного. Чтобы осуществилась мечта, нужно время. Я это знаю, я иду к своей цели, и мне по барабану. Я добьюсь своей цели, и точка. Но вы должны чувствовать благодарность, вы должны быть спокойны. Все у вас будет. Будь спокойный, знай, что ты Господь. Эта цитата тоже изменила мою жизнь. Я так хотел, ничего не происходило, я вам уже говорил. Но я осознал, что всему свое время. Ко мне придут деньги только тогда, когда я буду к этим деньгам готов. Придет ко мне автомобиль тогда, когда я буду готов к этому автомобилю. Когда я хотя бы ездить научусь. Я вот полгода назад даже водить не умел, понимаете? После благодарности вы начинаете концентрироваться на возможностях. Вы говорите себе, все нормально, я счастлив, но я хочу изменить свою жизнь. Так, что я могу сделать? Вы себе думаете, так, я работаю официантом. Через 2 года я заработаю на автомобиль на этой работе? Нет, конечно же, не заработаю. Что мне нужно сделать, чтобы заработать на автомобиль? Так, что делают миллионеры? Чем они занимаются? От чего они получают удовольствие? Как они живут? Куда мне нужно стремиться? Вы должны задавать такие вопросы. Вы должны искать возможности. Что мне нужно сделать, чтобы заработать на этот автомобиль? И когда вы концентрируетесь на возможностях, вы приступаете к действиям. Действия, напишу. Много действий. Вы начинаете действовать. Все, вы увольняетесь, вы находите новую работу. Вы начинаете заводить новые контакты, потом вы опять возвращаетесь к своей мечте, визуализируете, запустили вот этот вот круг, проходит годик, и ваша мечта сбывается. Так было у меня. Но вот этой схемы я раньше не знал. Вы уже ее знаете. Теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы ваша мечта сбылась. Я раньше думал, что вот нужно только мечтать. Я посмотрел фильм «Секрет», и думал себе, вот я буду мечтать, я расклею деньги по всей квартире, у меня будет много денег, ни хрена. Нужна благодарность, потом идут возможности, потом действия. Ты развиваешься, ты узнаешь что-то новое, ты прокачиваешь свой мозг, ты начинаешь идти навстречу своей мечте. Потому что мечта к вам не придет, если вы будете лежать на диване, не придет. Вы должны сами прийти к своей мечте. Ребята, это жизнь. Скиньте это видео своему другу, знакомому, у которого не сбывается мечта, который вечно жалуется на жизнь. Смотрите, это вы. А это ваша мечта. Вот, это ваш автомобиль. Вот на каком уровне этот автомобиль находится. А вот на этом уровне находитесь вы. Это крутой автомобиль, это вы. Если вы не дойдете до этого уровня сами, ваша мечта никогда не сбудется. Вы не соответствуете крутому автомобилю, понимаете? Если вы не будете искать возможности, если вы не будете развиваться, если вы не будете действовать, если вы не будете делать вот шаг за шагом к своему автомобилю, ваша мечта никогда не сбудется. У людей, которые сидят на диване, мечты никогда не сбываются. Допустим, здесь ваш автомобиль стоимостью 70 тысяч долларов, а здесь вы стоимостью в 500 баксов. Или еще хуже, стоимостью минус 500 баксов, потому что у вас кредит. Как вы думаете, будет человек стоимостью в 500 баксов ездить на автомобиле стоимостью в 70 тысяч баксов? Нет, конечно же. Кто на таких автомобилях ездит? Ну разве на таких автомобилях ездят неудачники? Нет, конечно же. Разве на таких автомобилях ездят, я не знаю, люди, которые не берут на себя ответственность, которые жалуются все время на жизнь, которые ничего не делают, которые ходят на работу всю жизнь? Ну разве ездят? Не ездят. Чтобы ездить, вам нужно дойти сюда. Ну так все элементарно. Не хотят люди этого понимать. И вот когда вы будете соответствовать, когда вы будете стоить тоже 70 тысяч долларов, когда вы будете знать на 70 тысяч долларов, когда вы будете действовать на 70 тысяч долларов, вот тогда вы сможете позволить себе такой автомобиль.
Все элементарно. Итак, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Открыл вам простую истину, которую я раньше не понимал. Теперь у вас есть все знания, чтобы осуществить свою мечту. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Скиньте это видео человеку, который нуждается в этих знаниях. Подписывайтесь на мой канал InStarting, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь ко мне в Instagram, там много пользы, мотивации и денежных розыгрышей. Все ссылки в описании. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк, да сбудутся все ваши мечты. Всем пока!